складские помещения. Да, я помню, как раз это новая книга. Да, бытовая химия, как раз она вся здесь и сгорела. А что будет с этим? Хочу Генга попросить письмо на подарок. Я отправил еще на той неделе с планом, покажу. Вячеслав Григорьевич тоже в курсе. Вот проезжали, там есть очень хорошее пятно для застройки. Как раз там бытовую химию поставить и розлив растворить. Вот курс? Да. Что вы думаете про это? Да, мы поддерживаем. Надо только это самое решение принять этому университету, что чего? Ну, без конкурса. Ну, надо посмотреть, что за задача поехать. Где? Вот 100 метров. Пошли. Прямо сейчас мы получим химию. Порошки, шампуни. Ну, то есть это не критически. Растворители я делаю только гранашку там. Понятно. Привожу бензовозом, они все равно здесь будут. Вот, либо по железу. Ну, готов стать. И с него. И там розлив. А когда готов? Ну, давайте мы деньги технические. Хорошо. А что мы еще? Производство посмотрим? Поехали. Лабораторию могу показать. Поехали. Ну, здесь какие проблемы? Вы знаете, что здесь цех сгорел, и цех по производству новой продукции бытовой химии. Мы сейчас обсудили, желание все равно у ДХЗ есть это направление развивать. Сейчас подберем вместе новый земельный участок, и коллеги, если я правильно понимаю, готовы в это дело инвестировать. Это все-таки дополнительные инвестиции, рабочие места, налоги для Кинешма, это важно. Ну а для России это тоже важно, все-таки это продукция. Часть международных компаний ушли с этого рынка, открылись возможности для наших. Надо этой возможностью воспользоваться. А с точки зрения логистики там были какие-то вопросы, задавали? Да, конечно, слушайте, очень много российских компаний сейчас испытывают сложности с доставкой. Ну, понятное дело, что все поставки перегруппируются через другие порты, другие каналы доставки, поэтому определенные очереди возникают. Мы это по нескольким заводам видели, помогали там вручную пропихивать грузы, но занимаемся этим в ручном режиме. Конечно, эти проблемы есть от них. Их не надо скрывать, они действительно есть, ими надо заниматься. Мы это и делаем. У нас ближайшие планы входят расширение производства. Мы хотим больше присутствовать на внутреннем рынке. А это производство как бытовой химии, так и фасованного растворителя. Это тот сегмент, который можно поставить на полку. То есть наш завод планирует выйти все-таки в B2C рынок. Мы сейчас работаем больше в B2B. И тем самым диверсифицировать и снизить свои риски в зависимости от бизнеса B2B. То есть уйти больше именно в бизнес для потребителей. Как сейчас пережили период вот этих санкций? Какие сложности, какие вопросы решили, какие предстоит еще решить? Значит, в настоящий момент не секрет, что есть проблемы большие с доставкой любых продуктов на экспорт. У нас все логистические цепочки порушены, мы ищем новые. Потребители от нашей продукции не отказываются, она пользуется спросом. Но в силу ряда причин были проблемы как с расчетами, так и с доставкой. В связи с этим наш экспорт упал в разы. Но мы продолжаем работать, прикладываем все усилия и верим, что мы эту ситуацию преодолеем, переживем, и для завода настанут лучшие времена, в том числе и не только за счет, может быть, возврата всей части экспорта, но и за счет увеличения внутреннего рынка. Несколько слов о продукции, что пользуется наибольшим спросом, чем вы действительно гордитесь? Завод традиционно производит бутилоцетат, это один из основных компонентов растворителя и красок. Наш компонент бутилоцетат, он очень высокого качества, пользуется спросом во всем мире без ложной скромности. Это и Европа, и Африка, и Южная Америка. География поставок достаточно широка. Частота продукта контролируется нашими специалистами, технологами. Поэтому здесь можно с гордостью смотреть и быть уверенными в качестве нашей продукции.